Приветствую. Итак, очередная задача объединить выкачивание из нескольких выпадающих меню. Значит, на сайте представлены 1, 2, 3, 4, 5 книг. Например, берем Аштанга Хардая. Значит, у нас есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 глав, то есть 6 книг. То есть каждую из них надо выкачать со всеми подглавами. А подглавы они здесь. Вот. Значит, выбрали книгу. Название книги. Выбрали главу. Точнее, раздел. И книгу. И жмем Search. Вот. Получается, в одном поле нужен текст, а в другом поле нужен первый комментарий, еще в другом поле нужен второй комментарий. И вот тут снова текст, первый комментарий, второй комментарий. И внизу, я так понимаю, пагинация. То есть надо нажать на вторую. Опять же текст. Комментарий. Комментарий. Здесь указана принадлежность к главе. Но она появляется только на второй странице. То есть на первой нету. Нужно ли его оставить? Наверное, лучше оставить, чем выбросить. Выбросить всегда можно. Страница третья. Грузится. Значит, да. Загрузилось. То есть, получается, раз, два, три. Жмем Search, а потом... Вот сколько страниц есть, только их всех надо перекликать и сохранить. Вот. Сайт интересный, но сделан, как обычно, так, что пользоваться им невозможно. Эти поля нам не интересны, потому что это ограничение именно. Ограничение внутри главы, а нам нужна вся глава. Поэтому это лишнее. Тут один комментарий. Текст и один комментарий. Вот. И нужна экселевская таблица со всеми этими текстами, с которой потом будем делать вордовский файл, наверное. Вот, то есть Excel как база данных, а вордовский файл уже непосредственно для пользования. Спасибо.